Здравствуйте, подписчики и гости моего канала. Сегодня я хотела с вами поговорить вот об этих кашпо, которые я заказывала, мне присылали. И вот, посмотрите, вот такой большой, большое кашпо. И я сюда поставила хою. Вот в такой вот, вот так вот. И посмотрите, как хорошо она здесь стоит. Вот эти повисли веточки. Одна у нее, да? Ну, одна здесь. И вот эта вот беленькая, которая на опоре, она очень даже смотрится гармонично вот с горшочком. Прям очень красивенько. И я больше сюда ничего не примеряла. И очень мне понравилось, что вот так вот она. Хотя здесь горшочек вот кругленький, а кашпо квадратное. Но все равно так вот очень даже со стороны красиво смотрится. Ну, а вот насчет этого я вам показывала, что... Сейчас покажу, что я сделала. Мне же его жалко было выбросить. И посмотрите, я заклеила это все скотчем. Здесь поставила картоночку такую, чтобы оно не вываливалось. Ну, конечно, так хорошо, что он беленький, скотч, и скотч прозрачный. Так вот, видите, издалека и не скажешь, и незаметно. Ну вот, у меня такой к вам просьба или предложение. В это кашпо я все примеряю, не могу примерить. Вот эта алаказия, конечно, очень красиво смотрится. Вот она тут пестренькая такая вот. Посмотрите, фрайдек называется, варигатная. Вот. И она так очень даже красиво смотрится в этом кашпо. И вот так вот они тоже неплохо смотрятся. Но они у меня стоят немножечко как бы в тенечке. И я все примеряю. Вот подскажите мне, что лучше подойдет, естественно, вот с этим кашпо, чтобы рядышком стояло. И вот это тоже очень-очень красиво тоже смотрится, да? Вот. Видите, беленькие оба. Вот так алаказия, это снежинка. Так, это у нас Саймон Фэнтези. Вот такая вот, так вот смотрится. Ну, поярче немножко, то все бледное, вот это вот как бы и поярче, пушистая такая, красивая, да? Так, еще хотела вам показать. И вот я все примеряю их и примеряю. И что же? Так, сейчас поверну красивой стороной. Вот, посмотрите. Ну, это вроде как бы и не подходит, правда же? Вот, ну, тут белого нету ничего. Ну, отдельно, конечно, в кашпо так красиво бы смотрелось, вот. Но мне надо, чтобы гармонировало. Так, и вот этот вот. Тут мне внучка пришла, уже говорит, баба, поставь вот так. Вот. Ну, вроде как, тоже неплохо. Ну, акация красивая. Ну, эти вот хорошо в полутени, ну и зелень такая сочная. Ну вот, напишите в комментариях, что бы вы поставили вот в это круглое кашпо. Вот, хойку менять не буду, ей тут очень хорошо, красиво, она не заваливается, ничего, очень даже хорошие горшочки. Спасибо Софье. Вот, и вы, девочки, тоже пишите в комментариях, что вам больше понравилось. Вот так вот я разместила цветочки свои в новых кашпо.
Вот посмотрите, как красиво хвоя устроилась тут. И калатея. И вот этот тоже сингониум, опора. Ну, этот я поставила, вот видите, тоже вроде как беленькие. Вот, но очень красивые вот эти вот новенькие. Ну, и вот так вот у меня композиция стоит. Ну, пробовала разные, как вы видели. Ну, вот так вот. И, конечно же, змейка между ними. И еще, так, сейчас я перейду на свою полочку. Здесь у меня стоят бегонии. Вот посмотрите, как я тоже змеек поставила. Это был подарочек у меня. Сюда я поставила всякую мелюзгу суккулентную. Это, правда, антуриум малюсенький, но все равно. Вот. Вот такие вот они малюсенькие еще у меня. Ну, вот так вот на полочке под подсветочкой стоят вместе с бегониями. Очень красивая такая кашпо. Так, ну и еще у меня вот такие вот два тоже зеленых кашпо. Один я сюда поставила бегонию. И вот такой аспарагус. Очень красиво смотрится. Такие вот, я бы, конечно, очень-очень много бы купила. Все бы тут заставила. Вот. Ну, а здесь у меня такой. Вот. Для таких вот цветочков, как папоротнички, да. Ну, кто любит по увлажнение воздуха побольше. Ну и вот так вот у меня. Ну, внизу сейчас покажу еще маленько. Здесь мои оглашки. Красотки растут. Ну, я сегодня про кашпо. Все, вот так вот у меня новенькая для цветочков. А на сегодня все. Всем пока-пока. До скорых встреч.